фестиваль «Ярмарка ремесел» отмечает свой 10-летний юбилей. А значит, будет много неожиданностей и сюрпризов. Сюрприз первый, дорогие друзья. Впервые в гостях у Кремля в Измайлово еженедельная федеральная газета «Мир новостей». «Мир новостей», как и Кремль в Измайлово, каждый год осенью устраивает праздник для своих читателей. В прошлом году газета отметила 20-летний юбилей. И все это время была популярным, общественно-политическим, независимым, а главное, народным изданием. Журналисты «Мира новостей» всегда вели открытый диалог с читателями, критически и честно подходили ко всем явлениям и актуальным темам нашей жизни, не уклоняясь от прямых ответов на вопросы современности. В чем вы можете и сегодня убедиться? Для вас сегодня работают мобильный подписной пункт газеты «Мир новостей» и других изданий объединенной редакции «Мир новостей», где можно подписаться на издания по льготным условиям. Конкурс кроссвордистов от журналов «Сканвардёнок», «Кроссвордёнок» и «Фабрика загадок». И бесплатные консультации по садоводству от журнала «Мир садовода» и библиотечки «Сад, огород, цветник». Просто, просто мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Ой, не маленькие, да не подшитые отвези меня домой, коня накормишь, пусть трудяга спит. С тобой уйдем мы в небольшой запой, пока луна в окне висит. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Когда я полюблю, когда я полюблю, быть может, никогда, а может быть и завтра. Но что не сегодня, это факт. У любви, как ташки крылья, ничем нельзя поймать. Тщетным были бы все усилия крыльев, я его мне свистал. Масловяк Олеся, мисс совершенства конкурса «Краса России 2014». Писать,
Ветром пылая жечь бумагу, и в небе синим звездопад, стихи мечтами зажигать. Тебе одной, тебе волшебно и радостно, а чуя петь. Всем привет! С праздником, хорошего настроения, хороших новостей, позитива. Ну что, я почитаю рэп. Включайте. Те глаза нашей молодежи, та глаза, которых свет, цель и мечта. Где они? Где мы их забыли с вами? И когда мир поменялся, когда я и сам не вырос толком. Свои 22 я живу своим хип-хопом. В комнате пишу свой рэп и вижу через окна, как у меня во дворе разбавляют водку соком школьники. Там, где мы играли часами в футбол, одни ворота, гаражи, другие дерево и стол. Ну а сейчас футбол другой забивается, шишки курят глаз за гаражами, молодые футболисты. Чему ты был, если не верил, не любил, если не слушал? И если можно было бы исправить то, что натворил, вылечить души. Я не пойму, зачем ты шаг, если размениваешь себя на ты не пойла. И глупо пропасть сделать шаг, упасть на то существовать, расскажет, кто мне. Я выбор сделал, я любимых не предам. Сожгу мосты, все нити разом оборву. Да вот беда, да вот беда. Она со мной и возьмет иную. Да вот беда, да вот беда. Она со мной и во сне, и наяву. В чем ее вина, в чем моя вина? Где сейчас она, кем сейчас она? Девушка с глазами цвета неба, счастье с волосами цвета льна. Не надоело бы белый волк, конечно, лица горело мне. Где музыка и он, хочу туда, где вечно светит солнце. Не надоело бы белый волк, хочу лица горело мне. Где музыка и он, хочу туда, где вечно светит солнце. Автор песни «Ах, какая женщина». Я думаю, что вся страна знает эту песню. Так это автор со своей сольной программой здесь, у нас, впервые в Москве, Татьяна Назарова. Спасибо, спасибо, замечательный прием. Здравствуй, Москва. Я приехала из Сочи. Я приехала из города, который подарил вам и Лепса, и Стаса Михайлова. Правда, мой успех состоялся раньше. Это был 91 год, и песня «Больно мне больно». А в 94 году появилась «Ах, какая женщина». Я за Крестюкова пою, Михайлова. Шум нам дали ресторан. Ты беси, завтра пою. Пристань загулявшего поэт-поэтес. Возле столика напротив ты сидишь полоборота, вся в луче ночного света. Как там дальше? Так само случилось вдруг погромче, что слова сорвались с губ. Закружила голову хмельную, и гусары крянули, я помогаю. Женщина какая, женщина. Простите, дальше мужская фраза. Женщина опять пели громче. Ах, какая женщина, какая женщина. Еще разочек. Спасибо. Вот и время нашей встречи неизбежно подходит к концу. А я не хочу.
мягко говоря. Она подарила вам праздник. Праздник сердца, который вы унесете с собой. Навсегда. А говорят, есть две важные вещи, которые человека никогда нельзя отнять. Это то, что он про себя скушал, и то, что он увидел. Поэтому этот праздник остается с вами в вашем сердце, я надеюсь, навсегда. Ах, какая женщина у нас в Москве. Аплодисменты еще раз. Этой чудной, талантливой, красивой женщине огромное спасибо, что вы к нам сегодня сюда приехали и сделали еще теплее наш праздник. А также я хотел бы поблагодарить, я думаю, что вы присоединитесь к этой благодарности, замечательному изданию «Мир новостей», которая постаралась и устроила всю эту концертную программу. Огромное спасибо этой чудной, замечательной газете.